Мухаммед. Кассер. Эту игрушку нам связала наша тетя Айшагуль. Мухаммеда тетя. Это наша птичка. Это Мухаммеда кроватка. Правда, он здесь не лежит, не спит. Он спит с нами. Вот тут даже написано Мухаммед Талха на подушечке. Мухаммед Талха, что ты делаешь, сынок? Что там есть в чемодане? Машинка? Куда мы едем, Мухаммед Талха? Ты чемодан все собираешь? Алло. Алло. Все, там кончилось, сынок. А там чай намаз. Вот наша птичка. Мы назвали птичку нашу Бончук. С переводом бусинка. Это антиквариальная такая машинка. Мухаммедику подарил дядя Эмирхан. Да, кстати, вот наш горшочек такой фирменный. Когда его открываешь и закрываешь, там такая вот мелодия. Как машинка. Что случилось, сынок? Это вот наш шкаф. Мухаммедика шкаф. Такой вот у него гардеробчик. Все фирменное у нас, Карамель Бэйби. Так как у нас папа работает в этой фирме. Такой вот у нас шкафчик. Тут одежда наша. Там все вязаное. Там шампуни, мампуни. Мухаммедик чуть-чуть подрастет, ему вот такие вот фирменные одежды будем одевать. Но пока для него они большие. Хотела вам показать вот эту вот куклу. Мне муж подарил на принес, то есть в роддом, когда я родила, с букетом большим роз. Тут написано: добро пожаловать, ну, в нашу семью, Мухаммед Талха. Вот, и до сих пор она стоит. А это печать от ножки Мухаммедика в роддоме. Вот это больница, в которой я рожала, Хайр-Гнесса называется. Вот таким родился у нас Мухаммед Талха. Маленький. 3 килограмм 450. 50 сантиметров. А это у нас в Твери висело. В роддоме. А это мы в 6 месяцев. Нам исполнилось 6 месяцев, и я его сфотографировала. Бай-бай! Ну ладно, друзья, всем пока-пока. До новых встреч! Бай!